А то считается село уже, слобода, вот это, через речку разделяет нас. А вот это круг, это Шаргород, здесь местечко еврейское. Но между нами разницы никакой, потому что мы вместе тут, рядом. Тут Абраша Вайсман жил и Роза. Тут жил Калатинский, колбасник. Тут сапожник сидел в этом домике. Да. Она могла бы говорить, рассказала бы, сколько пережила. Красивые были евреи старые по этих местечках. Это очень важно. Красная. И очень важно синее. Записан я украинцем, национальность украинец. Вот, вот, Сарочка, вот. Делайте так, чтобы быстрее, мы торопимся. Красный свет, поменяйте, я поеду. Другое дело, хорошо. Как они в Украине знали, где найти евреев? Соседи говорили, украинцы говорили, вот там евреи. Но не все. Я по фамилии, каждого знаю, знаю, кто там лежит. Они меня любили, как свою дитину. Дай им царство небесное, земля им пух. О, мама! Всі так кажуть, що ви євреї, да? Все іначе, я вам сказав. От мужика євреї не зробиш. От папіна фуражка. Ну, що осталось? Так і в сказки все пройшло. Розсіялися по всьому світу.